Несмотря на страшный диагноз, этот маленький борец не сдается. Всю жизнь 6-летняя Маруся Яценко живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Эта болезнь отнимает силы и навыки, возможность ходить, ползать, самостоятельно есть и даже дышать. Без лечения дети умирают. Сегодня Маруся получает поддерживающую терапию. Препарат предоставляет государство. Пожизненно каждые 4 месяца необходимо вводить препарат. И здесь не все так просто. Сейчас возникла угроза перевода на дженерик. Дженерик не прошел клинические испытания. И со следующего года дети начнут получать этот препарат. Мы не знаем, как поведет себя организм нашей дочери. Помочь может препарат Золгенсма. Он вводится один раз в жизни, замещает поломанный ген и дает хорошие результаты. Клиника в Дубае уже готова принять Марусю, но это лекарство одно из самых дорогих в мире. Семья уже несколько лет назад объявила сбор – около 2 миллионов долларов. На сегодняшний день собрано больше 120 миллионов рублей. Необходимо еще больше 40. 2 года назад произошла уникальная история. Двое мужчин выдвинулись пешком из Казани и за 60 дней дошли до Барнаула. Все это время волонтеры привлекали внимание людей к проблеме Маруси. Так добровольцы прошли почти 3000 километров и стали популярными на всю страну. Один из волонтеров, Марат, так и остался жить в Барнауле. По мере своей возможности, конечно, помогаю финансово. Также каждый раз даю огласку, где бы я ни находился, с какими людьми ни встречался, частенько рассказываю о этой маленькой девочке из Барнаула. И даже в других городах, как Кемеровская область, где я бываю, многие люди поддерживают по мере своей возможности, как информационно, так и финансово. Кстати, Маруся, в свою очередь, обещает когда-то дойти до Казани. И шанс у нее такой появился. На днях стало известно, что анонимный меценат готов удвоить все собранные средства за месяц, и таким образом получится закрыть сбор. В срок с 13 августа по 16 сентября, то есть там месяц, получается чуть больше месяца, меценат готов удвоить всю сумму поступлений. Максимальная сумма, которую он готов удвоить, 180 тысяч евро. Это, ну, то есть огромная сумма, и у нас появилась надежда в кратчайшие сроки закрыть наш сбор и, наконец-то, начать жить. Это почти 17,5 миллионов рублей. Для Маруси это главный шанс в ее жизни, ведь ждать нельзя. Препарат вводят детям, которые весят не больше 21 килограмма. Маруся весит 17, и она растет. Семья уже измотана сбором, но теперь появилась уверенная надежда на чудо. Обращаюсь к вам за помощью, помочь спасти мне моего ребенка. Ирина Корчагина, «День с толком».